Добрый день, мои хорошие, мои любимые. Сегодня я собираюсь открыть новую эстафету, новый вокальный марафон, так сказать, среди своих подписчиков. То есть мы будем петь песни, те, которые мы любим, те, которые нам нравятся. Поем душой, от души, как можем. Ничего не стесняемся. Вот. И начнем мы. Начну я, точнее, с одной очень хорошей песни. Думаю, она вам понравится. Все ее наверняка знают и любят. Вот. А кому я буду передавать эстафету, я скажу после того, как спою эту песню. Вот. Это будет 5 подписчиков, 5 каналов. Кто из них меня поддержит, буду очень рад и благодарен вам, мои хорошие. Но озвучу это чуть позже. Вот. А сейчас пока мы с вами будем петь. Поехали. Костя, ты будешь петь со мной? Будешь мне помогать? Да? Будешь меня поддерживать, мой хороший? Ой, то не вечер, мне малый мороз полос, мне малый мороз полос. Ой, да вас не привиделась, мне малый мороз полос. Ой, да вас не привиделось, мне вас не привиделось, будто конь мой вороной разыгрался, расплясался, эх, разрядился подо мной. Разыгрался, расплясался, эх, разрядился подо мной. Ой, налетели ветры злые, да, с восточной стороны, и сорвали черную шапку с моей буйной головы, и сорвали черную шапку с моей буйной головы. А леса у нас загадлив был, он сумел сон мой разгадать. О, пропадет он, говорил, твоя буйная голова. Ой, пропадет он, говорил, твоя буйная голова.
Ой, то не вечер, то не вечер. Мне мало-мало спалось. Мне мало-мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Ой, мало-мало спалось. И мне во сне привиделось. Котя мне привиделся во сне. Мой пушистик, мой зайчик. Вот так, мои хорошие, мои любимые подписчики. Ну, теперь я передаю эту эстафету 5 моим подписчикам. То есть 5 каналов, которым я передаю эту эстафету. Пойте все, что вы хотите. Пойте с настроением, с душой. Пойте все, что можете. Пойте за кадром, пойте в кадре. Ну, надеюсь, что вы меня поддержите. Итак, первый канал, кому я передаю эту эстафету, называется «Нютка Волгоград». Нютка, привет, привет тебе. Думаю, что ты меня поддержишь и споешь. И передашь эстафету дальше, следующему подписчику. Второй канал называется «Позитивный фермер». Это семья фермеров Антонина и Сергей из Нижегородской области. Я передаю им эстафету, вот эту песенную. Пойте вместе со мной, мои хорошие. Надеюсь, вы меня поддержите тоже. Номер 2. Третий канал, кому я передаю эту эстафету, называется «Уральские соловьи». Это Лариса и Палыч. Они живут на Среднем Урале. Нижний Тагил, привет. Думаю, что вы меня тоже поддержите. Вы люди позитивные, любите петь. И поэтому я на вас надеюсь. Четвертый канал называется «Семья Бачинских». Вячеслав и Нина, вам тоже привет. Вы писали всегда, что вы меня поддерживаете, что мы друзья настоящие. Так что надеюсь, что вы примете мою эстафету, передадите ее дальше. И пятый канал, пятый, называется «Холостяк Лив». «Холостяк Лив». Человек. Михаил из Белоруссии, из Минска. Михаил, Мишаня, передаю тебе большой привет. Надеюсь, ты тоже поддержишь меня. Можно спеть соло, можно спеть, скооперироваться вместе с Мотей на пару дуэтом. Любую песню, то, что вам нравится, пожалуйста, пойте, передавайте эстафету далее, если вы, конечно, хотите. Но я надеюсь, что вот эти 5 каналов меня обязательно поддержат. Так что, ребятушки, всех вас люблю, всех вас целую, всех вас обнимаю. Пойте вместе со мной, пойте лучше меня, пойте как я. Жду ваши видео с продолжением эстафеты. Всем пока-пока, удачи, до скорой встречи.